Меня зовут Галина Сергеевна Нуркаева. Я учитель средней школы номер 3 имени Сергеенко. Использовали ли вы когда-нибудь шпаргалки? Конечно. Мне кажется, все пользовались. Из-за того, что нервничала, я все помнила, поэтому шпаргалку мне так не пришлось пользоваться. Но когда я уходила, брала вещи, они у меня вывалились. И мне поставили вот два очень... Было обидно в этот момент, когда я не пользовалась ими. Труд. Нет, шпаргалки, честно говоря, так сказать, в школе нет. А вот когда училась в университете, да. Конечно. Мне кажется, все пользовались. Я очень переживала, очень нервничала. И пользовалась шпаргалками. Но шпаргалками я из-за того, что нервничала, я все помнила. Поэтому шпаргалками мне так не пришлось пользоваться. Но когда я уходила, брала вещи, они у меня вывалились. И мне поставили вот два очень... Было обидно в этот момент, когда я не пользовалась ими. Гадали ли вы когда-нибудь? Вызывали пиковую даму и так далее? Нет, вот так не гадали. Именно с пиковой дамой нет. А вот, естественно, так сказать, знаете, знаменитые слова Жуковского, да? За ворота башмачок девушки бросали. Это было в детском лагере. Мне тогда было, ну, 7-8 класс, где-то, да, так. А все-таки вы были ребенком. Иногда вам не хотелось идти в школу. Какие вы отмазки придумывали? Ну, у меня мама как больше как моя подруга, поэтому, когда я в школе могла ей запросто сказать, что я, допустим, не хочу сегодня идти в школу, она меня понимала. Ну и плюс из-за того, что я училась хорошо. Может быть, это было очень редко, я, по крайней мере, ну, не вспомню. А вот то, что дневник прятала, это было. Первая двойка. И была она по алгебре, точно помню. Я его спрятала. Ну куда? Только под диваном. Была ли у вас школьная или студенческая любовь? Конечно. Ну, наверное, однозначно. Сильно страдала, так сказать. Я помню, меня посадили, наверное, в 7 классе. У нас в классе был такой Андрюшка Королев. За ним, естественно, ухлёстывали все девчонки. Ну, в чем вы и я. Мы встречались, но немного лет мы встречались в школе. Это был 5-6 класс, а потом университет. Ну, да, это уже другое. И вот когда меня пересадили, это так было грустно. Я плакала, честно говоря. Я просила маму, чтобы она сходила. Да, поэтому оказалась влюбленной. Поэтому это был период влюбленности, да. Однозначно. Старше. Я никогда с одноклассниками, с однокурсниками никогда не встречалась, потому что у меня все друзья, ну, как братья. Вот, это было либо старший, либо вообще не с этого факультета или не с этого курса. На втором этаже мы установили в коробку, в которую ученики складывали интересующие их вопросы. А и теперь представьте, что вы на экзамене. Выберите любой билет, прочитайте вопрос и ответьте на него. Ирина Сергеевна, вы смотрите сериалы и какие? О, я сериаломан, очень сильный. Если так сложить, я очень, ну, недавно решила статистику подбить, сколько я времени из своей жизни прожитой потратила на сериалы, но это будет, наверное, года 3-4, впустую зря. Вот. Какие сериалы? Я смотрю и как мелодрамы, и как ужасы, и дорамы, и... Вам нравится работать в школе? Ну, конечно, да. Какой ваш любимый актер? Нет любимого актера вообще. Ну, не знаю, это все зависит от роли. Мне больше персонажа нравится, а не актер сам. Цветную бумажку. Ух ты, Нуркаевой Галине Сергеевне. Почему летние каникулы длятся 3 месяца, а учеба 9 месяцев? Да, ну, как говорил Суворов, да, тяжело в учении, легко в бою, поэтому не случайно. Так как учеба – это достаточно очень серьезный труд, поэтому на нее и выделяется именно 9 месяцев в году. Хотя это неправильно именно, да, 9 месяцев. В вопросе я именно звучит, потому что из этих 9 месяцев вы еще, друзья, те, которые написали мне этот ответ, да. Поэтому не только про летние каникулы. Вы забыли, друзья, что вы еще именно, так сказать, и целый месяц отдыхаете в течение всего, как правило, этого семестра, именно, да, то есть учебы. Это во-первых. Ну и посягать на ваши летние каникулы, как и на весенние, зимние и осенние, никто не вправе, потому что мы с вами знаем, что основную именно статью Конституции, правильно? Как право на, подскажите, молодцы, на отдых и на образование.
Все,